Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о достаточно бюджетной, но в то же время качественной колеблющейся блесне от компании Spike. Моделька называется Карасик. Идет данная блесенка под номером 3015. Поставляется блесна на такой вот картонной упаковочке. Блесна имеет длину 53 мм, весит она 13 грамм и расцветку в данном случае 0,5. Блесна оснащена крючком от компании VMC, что довольно-таки отлично, если учесть стоимость данных блесен. Сама колебалочка у нас выглядит таким вот образом. При относительно небольшой длине блесна у нас довольно-таки широкая. Если смотреть на нее сбоку, имеет изгибы. Соответственно, особенно выражен более изгиб ближе к концу блесны, к хвостовой, скажем так, части. Также блесенка имеет у нас продольную вогнутость. Блесна у нас в данной расцветке на лицевой своей поверхности имеет красноватую спинку, будем называть ее так. И остальное тело у нас имеет золотистый оттенок. Также золотистое тело блесны имеет такую структуру точечную, скажем так, окраски. Также блесенка на лицевой своей поверхности имеет гравировочку, имитирующую чешую. Внутренняя часть блесны имеет у нас латунный оттенок. Блесенка у нас оснащена двумя очень крепкими заводными кольцами из белой проволоки с хромовым покрытием. Кольца изготовлены из толстой проволоки, имеют плотный виток. Здесь все без нареканий. Крючок от компании VMC очень острый, в замене он точно не нуждается. Ну и довольно-таки мощный, из толстой проволоки. Здесь все сделано, скажем так, серьезно подобрано. Заводные кольца и крючок, соответственно. Блесенка обладает отличными полетными характеристиками в штиль. Ветер немножко может порусить. После приводнения блесна довольно-таки эффектно сыпется. На проводке ведет себя довольно-таки амплитудно и имеет активную игру. Блесна в первую очередь подойдет для ловли щуки. В прилове может попадаться крупный белый хищник, крупный окунь, ну, либо какой другой вид хищника. Блесна изготовлена довольно отлично при вполне недорогой, небольшой стоимости. Данную блесенку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео можете найти промокод «Рыбалка34», который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.